Всем привет! У нас сегодня в обзоре очень крутой рюкзак от фирмы Penguin, модель под названием Vector. С вариантами расцветки и объемами вы можете ознакомиться на нашем сайте. Но сейчас поговорим об этой модели. Модель Vector от фирмы Penguin – это двухкамерный рюкзак, который идеально подойдет как для города, так и для путешествий. А также это отличное решение для зимних видов спорта. Прошитая спинная система, как, впрочем, и у остальных рюкзаков, была сконструирована с расчетом наилучшей вентиляции при оптимальном разложении груза. В данной модели имеются пенно-сетчатые вставки на спине, на лямках и на поясной поддержке для дополнительной вентиляции и, конечно же, комфорта во время носки данного рюкзака. Есть система регулировки плечевых лямок и есть регулировка поясной поддержки. Также мы можем легко зафиксировать данные лямки посредством грудной фиксации. То же самое мы можем сделать и на поясе, но только с поясной фиксацией. Есть в данной модели удобная ручка для транспортировки и переноски данного рюкзака. Итак, по бокам в данной модели имеются сетчатые карманы. Например, для баклажки идеально подойдет. Есть внешние данные. Это здесь у нас вот такая вот петля для крепления велосипедного фонарика. Здесь у нас, кстати, светоотражающий элемент. Есть вот такие вот крепления под ледовое оборудование, либо под трекинговые палки от фирмы Penguin. Вот фирма Penguin, они единственные делают вот такие вот застежки Velcro. Некоторые делают такие вот утяжечки, а вот Penguin подходит к этому основательно. Также в Penguin, именно в этом рюкзаке, имеется вот такая вот маленькая фишечка, что все вот эти вот ремешочки, все вот эти стяжечки, которые имеются, как только вы это все стянули, чтобы оно вам ничего не мешало, вы спокойно все вот это доворачиваете, скручиваете абсолютно каждую стяжечку и фиксируете застежечкой Velcro. Все, ничего не висит, ничего не мешает, красиво, культурно и максимально цивилизованно. Итак, спереди еще имеется вот такое вот отделение под шлем, идеально подойдет. Есть у нас также сбоку один карман, сейчас я вам покажу, здесь мы раскроем, потому что надо немножечко растянуть. Так, сбоку есть вот такой вот кармашек на молнии. Так. Открываем основное отделение, и я вам сейчас покажу, что у нас здесь есть. В основном отделении у нас есть кармашек на молнии и крепление под питьевую систему, под гидратор. Вот оно у нас здесь находится, и крепится все это на застежке Velcro. Здесь у нас находится наша пластина, с помощью которой у нас вот такой вот каркас и есть. Итак, закрыли. И показываю, что гидратор у нас выходит в данной модели под левую и правую лямки. Также не стоит забывать, что в данной модели имеется еще одна незаменимая часть. Это вот такой вот rain cover, который идет в комплекте. Вот, собственно говоря, сам rain cover от фирмы Penguin. Красиво, качественно, максимально комфортно и все продумано для оптимального отдыха. И не забывайте, огромный выбор продукции от фирмы Penguin и не только имеется у нас на сайте mandrivnik.com.ua.